I'm here with Elvira Ehrman from Belarus. Elvira, 12.97, a new national record for you in the semifinals of the 100-meter hurdles. Could you just talk to us about your race? Я очень счастлива, что выполнила этот рекорд. Я очень долго шла к этому. Как бы я хотела выполнить олимпийский норматив, он равен 13.00. Но это вышло только сейчас, хотя уже поздно, но я все равно счастлива. Все, спасибо за поддержку. Когда такая команда стоит за твоей спиной, хочется только бежать вперед и делать только лучший результат.